вот такой на стенде, вот такой мальчуган вдалеке, такие львы. И все, смотрится, по-моему, очень круто. Пять улыбку, чиз. Друзья, вот такая машина. И на эту машину осталась очень важная деталь. Одна, чтобы завершенный вид. Это у нас спойлер. А я Александр Бегак, конструктор-новатор. Вы на моем канале Бегак ТВ. Подпишитесь, поставьте вот такой лайк. И сегодня расскажу, что происходит. Олег, что делаешь-то? Болтики ищу. Зачем тебе болтики? Чтобы крепление спойлера прикрепить к самому спойлеру. А тебе дать эти болтики? У меня они есть. Дай. Серебристые, красивые. Дай. Из нержавеечки. Давай. Шестерочки. Шестерочки, хорошо. Давай. Олег, что ты так унесешь? Спойлер. А это железка сделал? Крепление спойлера, да. Сейчас ее усилим. А, и ты вот это хочешь, чтобы я прихватил? Да. И она будет у нас вот так стоять, да? Угу. И у нас тогда получается очень прикольный спойлер. Не поцарапается он лежит на столе? Он лежит на бумажке. На бумажке? Ну что, держи, я тогда буду варить. Друзья, кстати, чтобы сварить вот, и не было окалины, можно варить обычной сваркой, ну, электродами. Вот, например, смотрите поближе. Поближе подойди, а то я не могу подать. Вот это электроды. Но он дает окалину, ее надо зачищать. Мы будем варить компоматом, то есть проволокой с углекислым газом. Вот она у нас подгорела уже старенькая, ну, надо поменять насадку. Для этого мы включаем углекислый газ. Вот идите сюда, покажу. Даем давление где-то около 0,1-0,2. Но она, когда будет нажимать, будет падать. Ну и выставляем для такого толщины металла, это у нас двоечка. Ну, где-то я поставлю где-то 21 вольт. И подачу где-то 3 метра в минуту проволоки. Это будет, ну, удобно. Вот, поэтому смотрим. Обязательно одевайте маску, чтобы не остаться без глаз. И одежда. Одежда должна быть несгораемая. И перчатки, соответственно, тоже удобные. Я предпочитаю кожаные перчатки, а не тряпочные. Есть специальные тряпочные, ну, с пальцами. Некоторые любят варить в варежках. Не знаю, правда, как это удобно. Вот. Куда мы стул дели? Соблюдайте технику безопасности. Вот о чем он вам пытался сказать сейчас. Да, он правильно сказал. Вот, соответственно, я уберу ненужные здесь провода. Почему-то они здесь оказались на столе. Видимо, кто-то из моих помощников варил и тут раскидался и включил почему-то. Включено это. Ну, я даже предполагаю, кто. А на камеру было видно, что это ты рукой включил? Нет. А кто его включил? Это включил Сережа. Поэтому вот этот хаос здесь работает. Это самое главное. Вот. Обратите внимание, газ идет слышно, да? Ну, теперь мы просто берем и варим. Прикладываем штучку. Всего несколько прихваток я делаю, потому что здесь смысла никакого не имеет эта история, она просто создаст толщину. Потом мы обработаем, пластиком обощем, достаточно толстым слоем, потому что здесь нагрузки не прочностные, а здесь именно от температуры воздуха. То есть солнце нагревает, он расширяется, сужается. Вот чтобы игру эту уменьшить, чтобы вмятин не было, ну, будет вот такая прикольная штука. Ее, в принципе, и так можно красить. Смотрите. Нет, мы так ее красить не будем, мы точно сделаем ее красивой. Да. Ну ладно, хорошо. Вы пока подпишитесь, поставьте лайк, а я продолжу работать. Пока. Вот в такую пижамку одел Олег парня нашего, чтобы не простудился. И теперь делает какие-то заготовки. А для чего это? Чтобы не сломалась коробка. Донести? Он тяжелый на самом деле. Скульптура, точнее, парень. Почти 200 килограмм. Нам надо донести его до беседки.
установить и покрасить, и приклеить, чтобы не упало. Вот. Для этого нас четверо, а так как его нести надо вертикально, потому что мы его, если положим, могут надломиться те части, которые ремонтировались. Вот чтобы аккуратненько его донести, нам необходимо вот такую штуку. Что, как думаешь, донесем? Конечно, донесем, а что, первой что ли? Понесем. Особенно в твоих тапочках зелененьких. Ну что, надежно, Олег, получилось? Вроде да. Друзья, вот, вот такую, такие носилочки вертикальные сделали для нашего друга. Теперь попробуем его донести. А вы поставьте лайк, донесем мы или нет. Напишите. Смотри, Серега. Друзья, я думал, что она снимает, а она не снимает. Поэтому поставим. Фу, она тяжелая, 200 килограмм все-таки заметно. Сейчас. Так, смотрим. Фу, ну что поставить? Я врет его, бля. Вы посмотрите на этих монстров. Олег надорвался. А, у него позвоночник сломан. Спину ровно держи. У меня один друг есть, помощник, молодец. Серёж, начни раскручивать его, разбирать прям. Зачем? По кругу. Практически он стоит на месте. По крайней мере, наверху. Боря, тяжело было нести? Да ну что. Ну ничего невозможно. Да. Друзья, подписывайтесь на канал, у нас каждый на день весело. Машины. Больше неудобно, чем тяжело, брат. Да. Видели, какие мощные у меня? Коллеги, друзья. Да, соратники наши. Конечно. Вот так мы закрепили скульптуру, которая смотрит теперь на Эльбрус и на аэродром. Символ спорт. Атлетическое строение тела, то есть здоровье и спорт, самое главное. Поэтому, видите, практически из ничего, на пустом месте, мы сделали очень красивые отреставрированные скульптуры. Спасибо еще раз всем, кто нам помогал. И все друзья, которые помогали, приходите, будем пить чай, разговаривать и развиваться. Тем более еще из Дагестана. Друзья, спасибо вам тоже. Вы пообещали нам рыбку, которую мы заведем в озере. Но нам его еще предстоит сделать. А сейчас вот так это все выглядит. Мне кажется, очень красиво. Ну и философски важно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У меня завтра встреча в другом городе. Я вам расскажу. Ну, желаю вам всем провести хорошо новогодние праздники. Мы работали, но работа всегда приносит удовольствие, когда она сделана с душой. Потому что это то, что от вас останется, когда вы уйдете с этой точки нахождения. Ставим лайки, подписываемся, и завтра будет интереснее. Пока!